Я видел сон. Я стою на берегу океана, над обрывом. Ревет прибой, сечет пронизанный каплями ветер. Буревестник превращается в точку и ныряет за горизонт. Возьми меня с собой, буревестник, ведь моя жизнь только начинается. Я так мало успел, а так много хочу успеть сделать. Что я видел? Как я жил, кем я был, Боже мой, я обыватель. Нужно что-то делать. Еще не поздно все поправить, начать жизнь заново. Здорово, весело, чудесно, как в кино. Надо только оторваться от скалы и полететь туда, за буревестником, над горами, волнами, прямо в солнечный глаз. Я собираюсь силами, напрягаю все свое тело, но не могу пошевелиться. Мое тело уже постарело, сил у меня не осталось, и мои ноги, о ужас, мои ноги вросли в скалу, все мои четыре ноги. В тот день я проснулся с одним желанием: изменить свою жизнь. Ні-ні, Барнс приніс тобі подарунок. Ось цим табуретом ми вирушаємо в подорож до Індійського океану. Ті, хто кладуть сюди руки, вони зобов'язуються і клянуться йти до океану і вирушити, щоб не сталося, крім звичайних якихось форс-мажорних обставин, наприклад, смерті. Мене звуть Леночка, я не знаю, куди я йду. Мене звуть Льонька, я йду з табуретом. А я Сашка, у мене стадний інстинкт, куди всі туди є. Я Вова Туріч, я вже розкаялся, все діяно. Я тільки що знявся в блокбастері, я ідіот. Ну я йду з табуретом. Ми від Москви доїжджаємо поїздом до Улан-Батора. То треба дізнатися, або тут, ми перетинаємо кордон. В Китаї виходимо, от сюди нам треба в Непал потрапити. І потім ми потрапляємо сюди. Тут ми переправляємося по воді, ти десь тут ставимо табурет на узбережжя. Ти десь тут ставимо табурет на узбережжя. Табурет на узбережжя. Табурет на узбережжя. Спасибо тебе, безумный хозяин. Еще вчера я, как миллионы других табуретов, маялся по кухне, а завтра полечу над пустыней Аки-конь монгольского хана. Кому еще выпадет такая судьба? А финал не на помойке, а на берегу океана. И не гора гнилых досок, а памятник. Кажется, так я думал тогда. Да что греха таить. Я возомнил себя, если не Буддой, то как минимум Марко Поло среди табуретов. Именно поэтому все события пути мне казались не простыми, а исторически важными. Будто сам Бог-Отец наблюдает за нами и записывает все наши поступки в золотую книгу памяти потомков.
Монголия – государство Центральной Азии, граничит с Россией на севере, с Китаем на востоке, юге и на западе. Административное деление государства разделено на 18 аймаков. Города Улан-Батор, Дархан и Ирденет представляют собой особые административные единицы. Замчи Глелик Заак Орох Чайна. Та на майк училна. У-у, двоє подвійне. У-у-чилна, а потім знову у. У них весь час це у-у використовується. Що це? Переклад. Ви мене вибачте, будь ласка. Та на майку у-чилна у. Гамптай. Смачно? Смачно. А в який час? Ні, зам, ти ж вже знаєш, що це. Зам дорога. Ну. Куди йти? Хана зам. Куди йти? Де дорога? Де дорога? Хана зам. Це то нам надо. Хана зам. Хана зам. Це запитання в пустелі. Магія невиданих городов і міст, їх названня звучать як поезія. Байкал, Алтай, Улан-Батор, Транссибірська магістраль. За результатами гри я маю присісти 1642 рази. П'ять днів путі. Тогда я впервые стал присматриваться к своим спутникам. Для меня до сих пор остается загадкой, почему эти люди отправились в это путешествие. Возможно, в них, как и в меня, случайно ткнула пальцем слепая старушка судьба. Наверное, они тоже ощущали свою избранность. А может быть, предвкушали славу? Не зря же они взяли с собой две видеокамеры и фотоаппарат. Нести культуру Украины по свету? Играть уличный спектакль? Может быть, может быть. Но я думаю, если бы у Марко Поло была видеокамера, он не так часто наводил бы ее на самого себя. Но это я сейчас так думаю. А тогда в вагоне я был буквально влюблен в каждого из них. Все идет по плану. Монголия. Теперь, когда все позади и ничего уже не исправишь, мое сердце сжимается при воспоминании об этой стране. Она была первой на нашем пути. Я помню все не по порядку. У меня есть самые любимые воспоминания. Я перебираю их как четкие, и это на время успокаивает меня. Все отступает. Приходит Монголия. Ее холодное солнце было добрым ко мне. Oh,
ребята, вот как, они на кого учатся? На кого учатся? Это какие курсы? Разные, разные. Вот, а актеры есть среди? Есть. Например? А, это актеры. В общем, это на самом деле такой эксперимент не новый, потому что уличный театр — это традиционная вещь, просто забытая. Это театр непосредственного вот такого вот взгляда каждому в глаза, то есть вот такой театр. Ох, зря они показали мне этот фильм. Глядя на экран, я словно увидел свое будущее. В душу закралось смутное волнение, нехорошее такое чувство. Я не мог объяснить, почему. То ли печальный вид покинутого табурета, то ли мысль о конечности любого приключения, то ли просто акклиматизация к пустынной Монголии. Но настроение мое испортилось. И в дальнейшем образ черного табурета, брошенного на берегу Франции, не раз еще приходил ко мне в минуту самой сильной радости и уводил на пустырь сомнений, продуваемый ветром бесконечный пустырь. Способ войти в контакт. Мы играем спектакль, поем песни, после этого зрителей поют нам свои песни. И вот в этот момент как раз, самое вот это оно и есть самое лучшее. В этот момент, когда мы все вместе поем какие-то, даже без слов, песни. Вот в Париже просто много людей, 50 человек разных национальностей поют на разных языках под гитарой какую-то мелодию. Я до сих пор не могу понять, какова моя роль в этом спектакле. Собственно, как и сам спектакль. Честно говоря, меня волновала дорога, новые люди, города, пустыни и горы. Я не думаю, чтобы и мои спутники считали себя мессиями украинской культуры в Монголии. Они покорили сердца потомков Чингисхана не своим спектаклем, а смелостью и размахом своей цели. Глядя на украинцев, идущих через Гималаи к океану, монголы восхищались ими и, казалось, уже не слышали, что половину нот наши актеры берут неправильно. Я же был удивлен музыкальностью самих монголов. Прекрасных певцов мы встречали везде, от Улан-Батора до границы с Китаем. Thank you.
Путь в пустыню начинался сразу за этой школой. Я очень многого ждал от предстоящего путешествия. Даже черная тень брошенного у берегов Франции табурета не могла омрачить мое удивление и восторг. Я открывал для себя новые земли и новых людей. Снова мне осталось я дома, снова чумная города, ждет мне огни аэродрома, и здесь у нас туман и дожди. И здесь у нас одежда, бойком, стеной, отдача, награда за смелость. А песни довольно одной. Людям, что только оружие не пилось. А песни довольно одной. Ой, там сунгетиме. Он хотел становиться. Thank you.
далі. Тяжко сльози вимати мені, я ніколи мила не забула. Як з тобою зустрічались, біля річки ти казала, я любити буду. Та дала на пам'ять жовті стрічки, жовті стрічки, символ розлуки і печалі. Жовті стрічки, більше надії не маю. Ла-ла-ла-лай, ла-лай, жовті стрічки, бачу тебе у вісні. Жовті стрічки, ночі зігрійте мої. Кенхэн багын дурсан жасанхлаар хадгач тулах амдэрлийн өчөн хамгийн түрүүн найзыгаар хэмва өрөлийг чилж өрийг омартаа өөр нэмэн миний динайда эксилхан горхоо айдууда эгэлдүүди хамта тулхсан эгэлх таги эртүүсэн амнэ. Юрта бывает разный, маленький, большой. А это юрта, маленькая юрта. Здесь живут моя супруга и я, и дочь моего дочка. Внучка. Внук. Внучка. Внучка. Каждый раз, когда я всматривался в лица монголов, мне казалось, что они владеют какой-то тайной. Владеют и не делятся, помалкивают, щурясь и хитро усмехаясь. Почему они, внуки кочевников, не ходят с табуретом через Украину? И тут мне вспомнился один позабытый эпизод. Еще в самом начале пути проезжали мы один захолустный городишко. Для отражения забытых исходных вещей, сообщите о нам пути в сотрудничестве. Я звезда из прошлого фильма, снимите меня, пожалуйста. Итак, чуваки, мне вот сейчас именно в этот момент очень жалко. Я уже смотрю на поезд, я представляю, как я бы сидел вот на этом месте, как ехал бы, как классно тусовались. Но черт возьми, я не могу. Мне нравится этот город, мне нравится эта страна, мне нравится то, что я это делаю. Я желаю вам всего очень самого хорошего. В общем, всего самого лучшего. Пока-пока-пока. Почему одни остаются, а другие едут? Почему одни решают ехать, а других не спрашивают? Почему табурет во Франции так печален? Почему так веселы табуреты, на которых сидят эти монголы? Может быть, потому что табуреты для этого предназначены, чтоб на них сидели. А я для чего предназначен я? Наконец-то я понял, что меня тяготило все это время. Сомнение. А нужно ли это мне? Скакать по степям, быть памятником? Для того ли я создан? Может быть, это против моей природы?
Может быть, мои спутники не друзья, а злые демоны, влекущие меня навстречу погибели. Наташа. Директор школы. Наташа, не, учитель русского. Наташа. Где Наташа? Саша. Нет, здесь Наташа. Нет. Она в Сайшанде. Саша. Где мы можем спать сегодня? По-русски? Учительница русского языка здесь есть? Нет. А кто знает русский? Мы завтра хотим показать спектакль пластический. Мы хотим спать, место где спать. Понятно. Вы можете помочь? Только нам надо взять рюкзаки наши там. Скажите. Мы сейчас идем в Замын-Ууд. Хотели бы еще просить, чтобы нам дали или верблюдов, или лошадей. Мы не туристы, мы бродячий театр. Сейчас все ясно. Вот. Монголы всегда близки с русскими. Но мы не русские, мы украинцы. Украинцы. Киев. У нас сегодня выборы в Украине. Maybe one camel can take two legs. Верблюды там есть. Вот, мы будем на Ланзангар. Стелі з табуретом до Індійського океану. І знову дорога. Этот день вспоминается мне как самый... Покажи табурет. ...тяжелый. Я пришел в отчаяние. Водоноша возит воду. Водитель везет сквозь пустыню. Верблюд несет груз, а я... Что здесь делаю я? Зачем я в этой пустыне? Зачем эти демоны тащат меня через жизнь этих людей? Зачем они их тревожат? Я думаю, они и сами не знают зачем, потому что демоны. Внутри них пустота. Ветер гонит демонов, как песок по дороге. Демоны готовы на что угодно, лишь бы не работать. Ненавижу их. Они искалечили мне жизнь. Снимаем фильм про театр. Фильм
фільм робимо. Про театр. Читаю. Да, да. Для вас. Мы для вас завтра. А битнертанный гараз. Завтра. Завтра. Хорошо? Дуже сподіваюся. Все. Руки відмерзають, ноги відмерзають назад. Ой, що смотри. Нам нужно 3 литра. 3 литра. Литра. 300. И 300 тувриков. 300. Один литр. Маска. А. 600. Дорого. Тугрик. Мірік, річ коштує дорого, як буде? Просто унитей. Унитей. Три літра. 1000 тугриків. 1000. П'єрєти. Хорошо. Казаночок треба. Щось солене на моїх губах. Що то? Бризки прибою? Ні. Та сльози. Мої гіркі і солені сльози. Вони мішають говорити. Все минає. Не минає тільки любов. Берла. Може, ви споєте? Ви споєте нам пісню? Монгольскую песню споете? Пожалуйста. Байерла! Следующий Герр. За минут. Туда? Герр, мы можем верблюды? С вами верблюды, да? Да, Байерла. Хорошо. Байерла. Монголія разом. Власне, потрібно. Це так красиво все організовано.
Ганги. Гітара, Вовка. А він мене все не пускав. А теперь мы хотели бы спросить, может быть, вы споете нам какую-то монгольскую песню? Санагданда боллагын нотрагы сантулган тули минне жаурууда бүлэглэх зүрхиги тонулган динсэ хүгэ минне хайрууда эйю динсэ хүгэ ботхоро ахтэ шаргалса мин амтан нугэ санагданда ботойтанда денсэё орошиг тиригэлэ тондаса нуттынай лут тотората умэн сургэгна хаса Баяйо Саллашигуяхо Сарудагерлер гуайлик Чиминадыда Саннаджагосык Буккуниги отчир Кайхамарахо Браво! Зыбки в небе течали
я без тебе всі дні у полоні печаль. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина тільки. Завтра зранку ми встаємо, зустрічаємо світанок, граємо їм виставу. Після цього пропоную таку штуку. Треба визначитися, хто хоче оці 60 кілометрів пройти пішки, а хто не хоче. На цих 60 кілометрах не буде вже ніякого транспорту, швидше за все. Холодно може бути, вітер, що завгодно. От, давайте, хто збирається і хто не збирається, обговоримо. І відповідно від цього завтра будемо домовлятися про машину до заміну УДО. На таку кількість людей. Пропозиція маленька. Можливо, скоротити в два рази шлях для того, щоб тут коротити нема чому. Тут на якщо буран. Тут так або ні, все. Тобто от два. Добре, я згоден. Ну я взагалі тут не пішов. І цікаво, як ці дві групи знайдуться. Тобто силою ніхто нікого не тягне. Розділятися ми будемо в будь-якому разі. І складні шматки будуть цілий час для того, щоб розділятися по відчуттю. Це нормальне явище. Мірі. Ну, я, звичайно, поїхав би до МНУ скоріше, але я думаю, я перейду з пішечки. Не знаю, може, ще вранці передумаю, але зараз я хочу йти в постелі. Ну, я думаю, я просто мені треба уявити дві ситуації, тоді я вирішу. Треба ще кілька хвилин. Сашка. Я не знаю. За мануиді мені взагалі нічого робити. Я не шарю, як пробивати, що пробивати. Я вам нічого не пробиваю, це однозначно. Волос. Іти особого желання теж нету. Я би упав на хвост більшинству, ну це свинство. Ну, в общем, ну я пройдусь, ну не знаю. Вважаю, що потрібно одразу їхати за минулу. Сиджу в гівні, але мені так все одно, що це. О Боже! Відьма на гівні! Вода.
Я пока поснимаю, давайте. Так, за вас, ребята, спасибо. Хороший тост будет. Счастливый ваш. Счастливые пути, да. Спасибо. Успехов, да. Всего хорошего. И вам всего самого наилучшего. Ну, спасибо. Всем привет. Золотишко. То есть его надо еще чистить, получается? Надо еще чистить. Тоже Польша, Германия и Франция. Мы несем с собой табурет. Вот первый табурет мы отнесли к Атлантическому океану. Этот табурет мы несем к Индийскому океану. Давайте встретимся в понедельник, и мы вам помогаем. Хорошо, хорошо. Привіт, чуваки! Тут все чітко. Нам дуже допоміг Ханна, геолог, що передає вам цей лист. Мешкаємо у м'ясній лавці. За виставу домовились. Якщо нічого не зміниться, то про виставу оголосять на місцевій FM-станції. Ого! Що робимо? Чекаємо. Треба написати їм відповідь. Так, Кілометрів 5. А он кілометр? Камаль, рюкзак, рюкзак. На камаль. Да, да, да. Я сейчас вам сделаю. Можно на повозочку, вон там. Вот. Ин камель, инига, ингишметку. Ну хорошо, можно просто на камеле, вот так вот. Инг. Рюкзаки. Инг. Не? Ну ладно, иди броди. Нет. Мерла? Наступил новый день. Я встретил его с каким-то примирением. То ли так действует пустыня напутников, то ли вековое смирение монголов со своей судьбой, то ли мои друзья выглядели такими несчастными, но я больше не злился на них. В конце концов, их тоже несет вперед сила чужой, неведомой им воли. Они только думают, что сами вершат свою судьбу.
Что ж, мы вместе движемся навстречу гибели. Но от этого ярче краски и острее запахи, интереснее лица встречных людей. Каждый камень и травинка обретают особое значение. Давай, Дик, давай. Там давай ты ж. Давай, открывай. Там больно. А можно выйти со мной на улицу? Я бы закинула Льоню насправді з його ногами в машину. Давид, зайди до замахи. Давай ти поїдеш машиною. Та я прекрасно себе почуваю. Що ви парите? Залишилось 5 кілометрів, я буду сідати в машину з його моїми ногами. Коли зараз ми дістанемося туди, в місто, я мрію тільки про одне, щоб мені дали приватний номер, душ, де буде пральна машина, картопельку і солоні огірочки. І от я цих солоних огірочків поїму і все, і клас, спать. Раніше були дуже популярні. Що там займе, я можу потримати. Друзі, ти що? Тепер в Китай. Нормально, тримаємо за Китай.